В общем, друзья, мы зашли в такой интересный бар на Таиланде, в Таиланде, не знаю, как правильно. Там вон ребятишки играют в американский бильярд. Меню ни хера не понимаю, как всегда, очередной раз. Но выбрал я тут какую-то штуку. Пеппер второй. Вот второй пеппер, вот этот я вот выбрал. И мне принесли, посмотрите, что мне принесли. Посмотрите, это, что вы думаете, свинина. Ой, ну сейчас, конечно же, вы не узнаете, что это. Конечно же. По-тайски. Глазунья по-тайски, значит, соус. Вкуснятина. Хлеб. Ну, такие тосты. А это комплимент от заведения. Брауни, скорее всего. Да. Сколько стоит? Это стоит примерно 1000 рублей. Одна тысяча рублей примерно. Выглядит 300 бат. Очень оригинально. Такая подача прикольная. Такие кастрюльки. Классно. Будем пробовать. Все. Выключай.